Рок-н-ролл. Всем стоять. Мы бывшие президенты Америки. Кажется, мне с самого начала понравился сюжет, потому что я люблю парадоксы, в результате которых ты оказываешься между двух совершенно разных миров. Большое спасибо, дамы и господа, и, пожалуйста, не забудьте проголосовать за нас. Ладно, умник, хочешь поймать этих ребят и стать большим героем, да? Точно. Бывшие президенты, серферы. Патрик Суэзи, если хочешь достичь высшего, то надо быть готовым заплатить высшую цену. В какой-то степени причина, по которой я согласился сыграть эту роль, кроется в возможности самому испытать прилив адреналина. Киану Ривз, хочешь сказать, ФБР будет платить мне, пока я работаю? Неужели это трудно? Джон Юта родом из Огайо, из рабочей семьи. Когда-то он играл в футбол, а теперь стал агентом ФБР. Стоять, ФБР! На гребне волны. Джонни поступает так, как любой другой мужчина. Он думает, что знает все о мире, в котором живет. Но оказывается, что он знает совсем немного. Поэтому он легко идет на контакт с любым, кто может его чему-нибудь научить. Ты все еще боишься волны, правда? Это образ мысли. Это место, где ты теряешь и обретаешь себя. Ты должен постоянно помнить об этом здесь. Страховой банк. Завтра. Самое позднее послезавтра. Точно, у меня предчувствие. Последний раз, когда у тебя было предчувствие, мне пришлось убить человека, и мне не нужны записи в личном деле. Он растерян, действует четко по инструкции. 22 года прослужил в ФБР, и его не так просто обмануть. ФБР выбрала его. Она любит Джонни. Не думаю, что для нее это просто развлечение. Она не знает, что происходит за ее спиной. Она знает только то, что видит. Если бы я не знала тебя, ты сказала бы, что ты почти счастлив. Иди сюда. Это он? Да. Ну ладно, я все понял. Снято. В этом фильме я пытался не использовать один и тот же прием, показывать все с разных углов зрения, не использовать один и тот же трюк. На протяжении всего фильма я повторился лишь в одном месте. На гребне волны. Это потрясающий фильм. У тебя не получится, пока ты не полюбишь это всем сердцем. Захватывающий и увлекательный. Ты раньше прыгал? Нет, но видел по телеку. Это 100% чистого адреналина. С другой стороны, я думаю, это компромисс. Is kind of transcendent. На гребне волны. Adios, amigo!